меня. Движение синхронизировано. Давай, плыви назад ко мне. Теперь проверим звук. Я тебе напою песню, а ты скажешь название. Слышишь меня? Не знаю, что это за песня, но слышу хорошо. Звучит как-то так. Ладно. Синхронизацию мы закончили. Все, с калибровкой закончили. Что теперь? А теперь я покажу тебе кое-что классное. Приготовься. Теперь держи крепко, не отпускай. Погружаемся. Круто, скажи. Просто охренеть. Что это? Атлантида. Наша. Личная. Этот город назывался Лагуна Бенд. Представляешь, еще 15 лет назад тут жили люди. Тебя что-то связывает с этим местом? Угадал. Я здесь выросла. Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бенд перестал существовать. А мне нравится. Поплыли. Я столько раз представляла, как возвращаюсь сюда. У меня ушло много лет, чтобы на это решиться. Чего раньше не приезжала? Хороший вопрос. Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения. Но вообще, сама идея казалась мне странной. Едальня в городе. Она же единственная. Бургеры были так себе, слишком жирные. Конечно, это я теперь так говорю. Тогда-то мне казалось, что ничего вкуснее в мире быть не может. А рядом там мы жили. Соседняя дверь. Я и дедушка с бабушкой. Скажи, когда захочешь двигаться дальше. Странное место для фото в рамке. Да вынесло течением из какого-нибудь дома. Что-то можно разобрать? Не то чтобы. Смотри, какая штука. Похоже на старую фотокамеру. DPI 350. Можно сказать, раритет. Это хорошо? Ты что? Офигенно! Thank you.
Поплыли дальше, Джуди. Есть, капитан. Следуйте за мной. Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет, просто смотрим, что тут есть. Мне почему-то тут очень спокойно. Такое чувство, что мы вне времени, в каком-то пузыре. Еще немного побудем и поплывем дальше. Знаешь, что я не понимаю? Почему жители оставили машины, когда уезжали из города? Эй, я, по-твоему, такая старая? Этим развалюхам лет 50, не меньше. Они тут стояли, когда я пешком под стол ходила, и выглядели не намного лучше. Зато было удобно играть в Макстак и Киберпсих. Смотри-ка, не твоя? Бедная. Блин, пролежала тут одна 20 лет. Так значит, твоя? Нет. Это кукла Дженни Чапман. Ты отобрала у нее куклу? Да нет. Спрятала. Я была жестокой. Спрятала? Зачем? Я считала, что только лохи играют в куклы. На самом деле, просто пыталась привлечь ее внимание. Прикинь, когда-то слово «кукла» значило игрушку, и ничего больше. Давай посмотрим, что дальше. Ага, как раз покажу тебе кое-что. Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве, пока вокруг текла обычная жизнь. Да, немного представляю. Церковь не изменилась. Она всегда была старая и выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты. И у нее были треснутые колокола, поэтому они звучали довольно жутко. Хрипло так. Странно, я про них вообще не помнила, а сейчас как будто их слышу. Не знаю, как это может быть, но я тоже слышу колокола. Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект. Закрыто. Жалко. Да погоди. Можно поискать какой-нибудь другой вход. Я только за. Тебе нравилось ходить в церковь? Чё думаешь, я туда ходила? Я вообще не обращала на нее внимания. Стоит себе и стоит. Когда мы узнали, что лагуну Бент собираются затопить, то все пришли сюда и обсуждали, как этому помешать. И чем все кончилось? Сам видишь. Я нашел пролом. Кажется, через него можно проплыть. Жди меня. Я сюда однажды забралась, когда никого не было. Встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу.
Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей. А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо. Тебе же будет хуже. Не отплывай так далеко.